Девушка звонит парню и говорит: у меня родители уехали на дачу на все выходные. Давай, приезжай ко мне. Он что-то начинает тупить и говорит: а что мы будем делать? Ну как что, сначала выпьем вина, а потом что? А потом выключим свет и включим музыку. Ну а потом что? А потом будем трахаться. А, все, намек понял, выезжаю.